Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Представляю вам первую часть своего видеокаталога на 2023 год своей коллекции Глоксинии. Это будет первая часть, новинки появятся где-то в апреле. И будет вторая часть, а может кого-то я упустила. Для удобства есть видеоформат вставлен, и рядом еще есть фото, потому что не всегда глоксинию можно передать оттенок при разном освещении, а также в разное время года, так как я выращиваю круглый год, несколько у нас уплывают цвета, они могут быть ярче, могут быть бледнее, но сорт повторяется, если это выращивание на естественном освещении, то есть с марта по октябрь. Получается все отлично. Приятного просмотра. В конце видео я озвучу цены и как можно будет заказать эти цветы. Глоксиния Марианна. Глоксиния чинзана. Крупные цветы, 10 сантиметров, очень короткие цветоносы, они даже не видны из-под розет. Глоксиния КТ, аленький цветочек, алый насыщенный цвет, махровый цветок, крупный, 10 сантиметров, с крапом, уходящим в центр бутона. Короткий, крепкий цветонос, розетка аккуратная, маленькая. Глоксиния бесценная роскошь. Красно-розовые цветы с красивым узором, убегающим в центр бутона. Крупный цветок махровый, яркий, насыщенный. Глоксиния нежная акварель. Махровый цветок розового оттенка с яркими малиновыми крапинками. Короткий крепкий цветонос, аккуратная розеточка. Глоксиния Морена, темный крап по всем лепесткам и узор уходит в центр. Короткий крепкий цветонос держит бутон. Глоксиния КТ Ворожея, крупный цветок 11 сантиметров, широкая сиренево-малиновая кайма и густой краб по всем лепесткам. Глоксиния КТ Анжелика. Яркий горящий цветок с мелким малиновым крапом. Размер цветка 10-11 сантиметров. Розетка маленькая и аккуратная.
Глоксиния КТ игрушка. Белые цветы с ярким красно-малиновым крапом, усыпанным по всем лепесткам. Аккуратная розетка, цветок 10-11 сантиметров. Глоксиния соната белая. Белоснежные махровые цветы, размер цветка 8-9 сантиметров. Большое количество цветоносов, обильное и пышное цветение. Глоксиния из серии брокат Red and White. Красные цветы с белой каймой по всем лепесткам. Махровый цветок запускает обильное цветение и множество цветоносов. Глоксиния брокат Blue and White. Сиреневый цветок с белой широкой каймой. Обильное цветение, много цветоносов. Глоксиния КТ нежная милашка. Стала яркой милашкой. Глоксиния Йен Акбар. Темный фиолетовый цветок полностью. Крупный, махровый и идет волнистая кайма у лепестков. Глоксиния Йен Акбар. Крупный махровый цветок с коротким цветоносом. Немного наклонен в сторону. Темный фиолетовый цветок полностью и гофрированная кайма, густо-махровые цветы. Глоксиния Йен Малефисента. Чернильные крупные махровые цветы. Цветок примерно 9 сантиметров. Глоксиния загадочная леди, яркий розовый оттенок, волнистый край лепестков, короткие крепкие цветоносы, отлично держат цветок. Глоксиния КТ загадочная леди, яркие розовые цветы, букетное шапочное цветение, цветок махровый с каймой, крепкий короткий цветонос. Глоксиния ОС Юнона. Нежные розовые цветы. Размер цветка от 8 до 10 сантиметров бывает. Крепкий цветонос, отлично держит бутон. Глоксиния «Коварство и любовь». Четкая широкая кайма и белый фон, усыпанный горошками. Рисунок, узор красивый, убегает в центр бутона. Глоксиния «Розали». Крупный махровый цветок с интересным узором по всем бутонам. Короткий и крепкий цветонос. Глоксиния Йен Барбариска. Яркий насыщенный малиновый оттенок. Цветок от 8 до 10 сантиметров. Вот уже большой клубень выдает 10-сантиметровый цветок. Глоксиния Йен Парфе. Белые цветы с красивым нежным розовым узором по всем лепесткам. Глоксиния Йен Сантафе 2. Небольшие цветочки, усыпанные красными горошинами. Цветоносы крепкие и короткие. Глоксиния Йен Вишня в сахаре. Белые цветы с мелким-мелким узором из крапа чернильного оттенка. Короткий крепкий цветонос.
Мой сенец ярко-красный, с узором из красных горошин. Крупный цветок, 11 сантиметров, крепкие короткие цветоносы. Глоксиния в и бездна. Крупные махровые цветы, густо махровые, с крапом темно-фиолетовым. Цветок красивый, объемный, достаточно крупный. ТН полярная звезда. Глоксиния с крупными цветами, 11 сантиметров цветок, сиреневый окрас и интересный узор по всем лепесткам. Белая серединка, компактный короткий цветонос. Глоксиния ТН полярная звезда. Нежный сиреневый оттенок, белый центр с узором из мелких пузырьков. Крупный цветок, 12 сантиметров. Глоксиния ЕН Пантанаса. Красивые гранатовые цветы с интересным узором. Цветок примерно 8-9 сантиметров. Крепкий стоячий цветонос. Глоксиния ЕН Белая Лань. Белоснежные объемные цветы, густо махровые, короткие крепкие цветоносы, маленькая розеточка. Глоксиния ЕН Золото Прованса. Нежно-сиреневые цветы, объемные, крупные, махровые, крепкие короткие цветоносы. Глоксиния ЕН Топ Модель. Крупные 11 сантиметров. Махровые цветы густого красного оттенка. Цветы очень тяжелые, цветонос их немножко не держит. Глоксиния ЕН Тутти Фрутти. Махровые цветы с интересным узором, крапом и розовой обводкой по краю лепестков. Цветоносы 10-15 сантиметров, бутон держит. Глоксиния ЕН Чикаго. Крупные плоские цветы сиреневого оттенка с узором и нежной каймой по краю лепестков. Бутон примерно 11 сантиметров. Глоксиния ТН сапфировая россыпь. Белоснежные цветы с четким чернильным крапом. Крупный цветок 11 сантиметров, крепкий короткий цветонос. Глоксиния красный бархат. Цветы 7-8 сантиметров, махровые, крепкие, коротенькие цветоносы. Обильное цветение запускают этот сорт. Глоксиния французские кружева. Белые цветы с нежным сиреневым узором. Короткий, крепкий цветонос. Цветок 11 сантиметров. Проверился мой сенец нежно-желтый. Долго я старалась, но вот получился. Полубелые, полупрозрачные лепестки с желтым центром. Короткий, крепкий цветонос. Вот две розеточки и два цветка. Глоксиния КТ Роза Ветров. Объемный цветок, крупный, густо-махровый, из пяти рядов лепестков, с интересным красивым узором. Глоксиния КТ Роза Ветров. Глоксиния КТ Король Артур. Темно-фиолетовые цветы с карандашной каймой по краю лепестков. Желтое горлышко с четкими красивыми узорами. Глоксиния КТ Жозефина. Крупный 11 сантиметров цветок. Ярко-красного оттенка с красивым узором из мелких точечек. Цветок крупный,
Глоксиния КТ Амелия. Крупные цветы 11 сантиметров с красивым темно-красным узором. По краю лепестков идет из розовых крапинок кайма. Глоксиния ЛБ Ванилька. Бело-розовые цветы с ярко-красным узором по лепесткам. Глоксиния Шагане. Глоксиния «Напрасные слова», селекционер «Слюсарь». Глоксиния КТ «Голубая лагуна», нежный сиреневый оттенок лепестков и желтая серединка, объемный махровый цветок. Глоксиния КТ Модница. Нежно-розовые лепестки и ярко-малиновое горлышко. Обильное шапочное цветение. Глоксиния КТ Тальяночка. Крупные махровые белые цветы с мелким-мелким красным крапом. Глоксиния КТ «Поцелуй ангела». Махровые цветы с широкой розово-красной обводкой. Глоксиния КТ «Адель». Темно-фиолетовый цветок с красивым узором. Глоксиния КТ «Звезда». Глоксиния ЕН «Счастье в ладошках». Желтая серединка и нежно-розовая кайма по лепесткам. Глоксиния ЕН Фэнтези. Глоксиния ЕН Роза Люксембурга. Глоксиния ЕН Черешенко. Глоксиния САД Розовый помпон. Глоксиния СГ Малинка. Крупные цветы 11 сантиметров с красивым узором. Крепкий и короткий цветонос. Глоксиния КТ Монпасье. С крупным крапом фиолетовым и бордовым.
Глоксиния КТ Голубка. Крупный цветок, объемный, короткий цветонос, крепкий. Глоксиния ЕН Танго в Париже. Огромный цветок, малиновый, красивый, цветонос крепкий, короткий. Глоксиния ЕН Ночная сова. Крупные цветы, 12 сантиметров, цветонос крепкий, стоячий. Глоксиния КТ Кассандра. Крупные цветы с чернильным мелким крапом. Сеянец глоксинии 3-4. Глоксиния КТ Фаворитка. Глоксиния с ароматным запахом. Глоксиния ароматная. Тонкий цветочный запах. Сеянец глоксинии 8-6. Крупные цветы, 12-13 сантиметров, объемные, с короткими крепкими цветоносами. Глоксиния ЕН Либерти. Глоксиния ЕН Марокканская принцесса. Глоксиния ЕН Игривый лосось. Розово-лососевый оттенок с мелким-мелким крапом розовым и убегающим рисунком в центр. Короткий, крепкий цветонос. Глоксиния ЕН Фифи.
Глоксиния КТ-7. Очаровательные миниатюрные розочки бело-желтого оттенка. Сердце дракона. Глоксиния КТ «Последняя красавица». Глоксиния ЕН «Черный тюльпан». Крупный цветок, 11 сантиметров. Чернильный оттенок. Резная гофрированная рюша по краю лепестков, 12 сантиметров, с красивым узором и резной волнистой каймой по лепесткам. Короткий крепкий цветонос. Бутон крупный, немного наклоненный. Двенадцать сантиметров, с красивым крапом, узором. Три цветка для сравнения. Просто огромная красота бесподобная. Глоксиния ВИХАЦАЦА. Крепкие, короткие цветоносы, цветок белоснежный с желтым горлышком и красными крапинками по лепесткам. Обильное цветение запускает, много цветоносов. Глоксиния ЕН Орфей. Крупный многорядный цветок, примерно 12 сантиметров, с крепким цветоносом. Красивый окрас, насыщенный, темный. Глоксиния ЕН Люксор. Глоксиния КТ Вероника. Глоксиния ВИ Бранденбургский концерт. Глоксиния МГ «Перламутровые облака». Глоксиния ЕН «Кис-кис». За окном снег, мороз и ветер, а дома красота. Красота волшебная.
Глоксиния – сад Антуана. Глоксиния – КТ Барселона. Глоксиния КТ Сюзанна. Глоксиния КТ Татьянин день. Ароматная, с цветочным, нежным, приятным запахом. Глоксиния соната розовая. Глоксиния КТ Татьянин день. Ароматная, с цветочным, нежным, приятным запахом. Глоксиния сад моя Н. Глоксиния нежность. Глоксиния МГ утренняя звезда. Нежные белые цветы с ярким малиново-сиреневым крапом. Это выращенные из фрагментов за 5 месяцев. Такие шикарные объемные розетки. Глоксиния из сеянца с нежным морозным узором. Назовем условно КТ Морозка. Крупный 13-сантиметровый цветок. Объемный и красивый. Сеянец глоксинии с медово-арбузным ароматом. Крупные цветы, 11 сантиметров, колокольчики с красивым узором. Короткие крепкие цветоносы. Глоксиния КТ розовые сны. Крепкие, короткие цветоносы, красивый мраморный розовый узор. Новая красавица глоксиния в моей коллекции. Сад Алания. Полужелтые лепестки с красивым чернильным крапом. Узором по краю лепестков из маленьких пузырьков. Короткий крепкий цветонос закладывает очень много бутонов. Покажу вам сад Аланья. Ну это же красота! И она ароматная. Какой красивый цветок! Как интересно за ним наблюдать. Он распускается желтым.
как сделать заказ. С конца апреля начнется рассылка по стабильной плюсовой температуре ночью. И по конец октября я смогу отправлять растения. Далее, свежий лист любого сорта в этом году будет стоить 160 рублей. Укорененный лист 230 рублей. Клубни от 300 рублей. Наличие всего этого посадочного материала я буду выкладывать в отдельных сообщениях. Сейчас я буду готовиться. Особенно укорененные листья сначала, клубни, а свежий срез уже это будет с середины апреля, потому что все сорта невозможно вырастить и расставить по всем полкам, чтобы было много свежих листьев. А также есть физиологическая особенность глоксинии, что они спят и отдыхают. Поэтому кто пробуждается, того я высаживаю. Кто еще спит, отдыхает, тот высаживается постепенно. Сейчас вы сможете выбрать для себя понравившиеся, выписать себе список, которые сорта вам понравились. И дальше будет вся связь по WhatsApp. Номер WhatsApp я свой укажу на экране, а также в первом закрепленном комментарии. Заказы буду принимать с середины марта. Сейчас это просто нереально сделать, да и не нужно, чтобы не потеряться потом в большом списке заказов. И также есть предложение сейчас. Я буду в Краснодаре 17, 18, 19 января по адресу улица 70-летия Победы, 1/3 дом. Можно что-то для вас захватить. Если уже понравилось, то, конечно, особенно укорененные листья и клубни я могу взять в поездку, а вы можете забрать по этому адресу. В принципе, все. Если есть вопросы, пишите. За границу пока ничего. Ничего не знаю. И кто из-за границы, не пишите мне. Будет известно это в середине апреля. На этом все. Всем всего самого доброго!